20 марта – день весеннего равноденствия, который знаменует скорый приход тепла, возможность больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаясь оживающей природой. У всех народов в этот день есть свои мистические, даже религиозные статусы. Это был праздник, например, долгожданной встречи с весной. А у современного человека есть масса возможностей знакомиться с самыми разными метеопрогнозами. Надо заметить, что они пользуются популярностью. Потому что кто же не хочет узнать заранее, какая будет весна? Ближе всех к ответу на этот вопрос приблизилась наш корреспондент Анастасия Новичкова. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. С начала марта температуры в нашем регионе преимущественно плюсовые. Но тепло пока слабо ощущается. А когда же в нашем регионе станет по-весеннему хорошо, узнали у наших экспертов. По климату он идет 31 марта, 1 апреля. То есть 31, если еще какой-то слабый минус среднесуточной температуры, то 1 апреля уже у нас среднесуточная температура плюс 0,1. По-настоящему весенняя температура ожидается в апреле, когда на улице уже будет устойчивый плюс. Также синоптики наблюдают отклонение от нормы, а именно повышение температуры на 3-5 градусов Цельсия. Это опережение климатического графика в пользу плюсовых значений примерно на 2 недели. А вот на ближайшие выходные ожидается переменчивая погода. Мы ожидаем, что с пятницы на субботу пройдет атмосферный фронт, потом в субботу будет небольшое затишье. Ближе к воскресенью, начиная с утра, будет проходить очередной атмосферный фронт через нашу область. Начнет он с западных районов и к вечеру дойдет практически до восточных наших районов. Также возможны осадки. В ночные часы столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 5 градусов. А вот днем температура поднимется до плюс 10 градусов Цельсия. Ветер преимущественно южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха будет варьироваться от 85 до 95%. В целом же можно сказать о том, что климатическая весна уверенно вступает в свои права и среднесуточная температура воздуха продолжит постепенно возрастать.